Привет, ребята, с вами Сани, мы на канале Мисс Сани. Сегодня в моей коллекции привела вот такую новую куколку Монстер Хай. Привет, ребята! Ну что, у нас сегодня новая кукла в гостях, новая монстриха, Монстер Хай из серии, да? Вот, да. Смотрите, какая красавица! Спектра Вандергейст. Эту куклу мы получили из Лондона с посылочкой. Да. Посылку всю мы теперь показывать не будем, потому что мы сегодня хотим, Сани, сделать один такой, как говорится, клипчик про Монстер Хай, а потом другую уже сделаем про посылочку, потому что там много всего. Вы знаете в одном из роликов, что мы с Аней лежали в больнице и все день рождения и Пасху провели там. Поэтому подарки только пришли к нам совсем недавно. Вот сейчас мы с Аней с вами и поделимся, что же это за кукла. Ну давайте. Давай, давай, Саня. Осторожненько. Ай, там уже, да, видишь, там уже было. Да, да, я тебя там... Да. Ну, давай, ты только осторожненько ее оттуда давай. Она непростая кукла, сколько мы там с Аней видели. Потому что вы видите, вот здесь вот такая была дырочка. И вот там потом что-то с ней будет. Ну-ка, давай, Саня, вытаскивай ты ее оттуда. Ну да, коробочка, как видите, да, как все коробочки. Тут наши уже другие. Тут подставка даже совсем не такая. Ну покажи, покажи нам. Посмотрите, всем. Посмотрите, какая тут вся она. Вау, красавица какая. Ну давай, вытягивай ее оттуда. А потом под конец еще ролика. У нас будет еще большой-большой сюрприз для любителей Monster High кукол, да, Саня? Да, ты если вот так откроешь другую сторону коробочки, тебе будет совсем легче все вот там все открыть. Мне так кажется. Понемножечку мы ее всю распакуем. И тогда все увидим, что это за кукла. Мы с Аней очень, Саня мечтала ее очень приобрести и нам... И нам словно и да, моя тетя прислала, да, Саня? Да, тетя. Ну-ка, давай посмотрим другую стороночку теперь. Ну-ка. Теперь... Ну, где еще что-то? Тут, наверное, только осталось ее вытянуть. Ну и давай, вытягивай потом подставочку красивенько. А вот. Третья кукла в нашей коллекции. Мы очень рады. Ой. О, ноги. Все ноги снялись, да? Ой, тут еще, да. Вот, умничка. Угу, осторожненько, давай. Вот. Ой, какие... Ну, покажи-ка, Саня. Вот. Угу, прозрачные ножки, совсем не такие. Ой, какие красивые туфельки. Туфельки красивые. Ой, какие каблучки красивые. Угу, давай эту, так я это все могу тогда. Да. Подставочку взяла? Нет, еще. Ну хорошо, подставочку возьми, и тогда мы сможем все очень красиво и прекрасно показать всем ребятам, что это за кукла. Потому что она кукла с сюрпризом, непростая кукла. Другие монстры, Monster High куклы, ну они очень красивые, вот у нас так только две. Но в конце еще будет сюрприз. Да, да, будет сюрприз. Мы очень его ждем, да, этого сюрприза, Саня? Я этот уже сюрприз знаю. Да. Вот. Ну, давай эту коробочку мне я положу, чтобы аккуратненько было. Ну-ка. Это собираем. Угу. Подставочка такая вся прозрачная. Как и она. Да. Прозрачная. Ну-ка, Саня, давай показывать всем. Ой, какое платьице, какие волосы у нее. Вау, Саня, опять что это же такое? Слушай, звук как-то, знаешь, как это привидение, когда это бывает. Она и есть. Ну-ка, давай покажи всем ребятам ручки, платьице. Красивая куколка какая. Ну, давай я вам всем покажу. Вот ножички. И она совсем другая. У нее ничто не гнется. Да? Да. Ну-ка. Не
Мне очень нравится, что у нее красивые вот сережки. Ты покажи нам всем, потому что все хотят ее посмотреть. Сережки очень красивые. Вот. Ну давай нажми где-то, на животик нажимается где-то, да? О, монстры! Мне она очень нравится, у нее очень мягкие волосы. Да, тут на коробочке было написано, что ее подружка как раз Клавдин Вулф. Вот, сейчас я... вот, смотрите, вот подружки, видите какие? И еще одна у нее подружка Франкенштейн, куколка. Ну вот, еще надо будет эту куколку нам обязательно приобрести. Ну, мы понемножку так стараемся. Ну, мне она очень понравилась, эта куколка. Ну, покажи такая... еще, Саня, нам ее, покажи. Ну, я знаю, что потом поиграешься. Покажи, ребятам, покажи. Мне очень нравится, что она в волос ходит. Она вся такая синяя становится. Давай еще нажми. Ну, супер. Почему эта нога всегда отваливается? Потому что ты ее, наверное, недостаточно глубоко, так знаешь, надо немножко поглубже ее воткнуть. Вот. Вот, наверное, теперь будет хорошо. Ноги, ноги! Ну что, ставим на подставочку и готовимся к нашему сюрпризу. Куколка очень красивая. Ребятки, Полина у нас, я знаю, что есть такой каналчик Полина, она... Очень у нее много всяких этих Monster High. Полиночка, обязательно напиши, есть ли у тебя такая куколка. Хорошо, обязательно будем ждать, потому что мы очень смотрим твой каналчик. Ну супер, давай. А давайте теперь увидим сюрприз. Ну что, Саня, показывай свой подарок, который... Голиопа! Ну-ка, Саня. Гигант! Посмотрите, какую мы куклу купили. Вот такая была коробочка, просто очень долго распаковывали. Кто ее имеет, наверное, все девчонки, ребята, все знают. Ну, вы знаете, наверное, 15 минут мы ее оттуда выгребали, вытягивали, может, да, Саня? Может, даже полчаса. Да, может, и полчаса эту куколку, да? Она вот так... Какой гигант! Вот была такая у нее книжечка с ней. Это паспорт. Паспорт, да, Саня? Да. Ну ты давай, бери и рассказывай про эту куколку они свою. Они такие все большие. Если вы видите, она, видите, насколько больше, чем тут, ее подружки. Тут написано. Очень Голиопа Геллингтон. Да. И тут написано дочь неизвестных родителей. И сколько лет этой куколке? 16. Вау, так это уже, слушай, совсем немало лет, да? А вот это 15. 15. Клавдин Вулф. Это у нас Спектра. Это Оливка, как мы назвали ее, потому что у нее имени они не было. Они очень похожи. Ну, чем-то куколки. Да, похожи эти куколки. Мне очень как-то было интересно, что у них... Совсем не такие подставки. У них подставки не вот так вставляются, да? Надо вот так. А, и вот так она как будто в воздухе парит. Видишь, Саня? Видишь, как будто в воздухе парит. Поэтому такая подставочка к ней сделана. Она же привидение. Да. Ну, Голиопа, слушай, всех кукол кукла. Какая красивая. Это моя любимая. Она, слушай, у нее платьице какое красивое. Она Саня, же... у нее погоны, видишь? Да. И это она же офицер, живет в цирке. Вау, какая красавица! Супер! Ну вот, ребята, мы очень с вами хотели поделиться этой куклой, потому что Саня мечтала об этой куколке. Ну вот так, мы, как говорится, желаем вам хорошего просмотра. Обязательно прокомментируйте и расскажите, ребята, какие куколки у вас есть, ли приобрели какие-то новиночки, потому что у нас каждый день в магазине этих Monster High все больше и больше и больше, я да? Я бы очень хотела эту какую-то оранжевую, там, киска такая. Да, твоя тоже такая мечта, да, уже есть? Да. Но обязательно будем искать и будем делиться. И будем копить. Да, что, денежку, да? Да, правильно, в копилочку будем копить денежку, чтобы купить новую куколку. Да? Ну, что, Саня? Ставь лайк и подписывайтесь на канал Мисс Сани. Комментируйте, подписывайтесь. И огромный привет кому?
Киндеромании. Пока-пока, ребята, до новых встреч!